Подводим итоги игры «СК «Волна» Золотое». Победа «Морских» со счетом 4-2. У нас в студии спортивный директор «Золотого» Василий Васильев и наставник «Волны» Николай Маркин. Коль, давай начнем с тебя. Комментарий по игре. Спасибо «Золотому» за игру. Мы сегодня обыграли самую сильную команду в Питере. Ну, по делу, считаю, обыграли. Нам больше надо было. «Золотой» без минуты чемпион, как всегда. Мы хотим побороться за тройку. Сегодня мы были лучше по игре, я считаю. Все, все по игре. Василий, что скажешь, уступили 23 матча без поражения в рамках Суперлиги, шли до этого момента. Стоило приехать Виктору Егорову, сразу что-то пошло не так? Нет, это не из-за Виктора Егорова. Мы просто знали, что «Волна» борется за тройку, поэтому мы без минуты чемпионы, и поэтому мы им дали сегодня 3 очка. Ну, им нужнее просто, чем нам. Нам-то, ну, мы-то еще доберем, там завтра у нас игра какая-то есть, там постараемся взять 3 очка. Не знаю, не помню, с кем играем. Вот, ну, поэтому, ну, у нас еще есть впереди игры, поэтому все нормально. Ничего страшного. Что ты скажешь про сегодняшние потери в составе? Насколько не хватило Яблокову и Ярославцу? Все-таки ребята хорошую форму набрали. Да, они, кстати, да, не в очень хорошей форме сейчас. И, ну, такая самая интересная игра за второй круг была, и они именно ее пропустили, поэтому это обидно. Завтра твоей команде не повезет, с которой мы будем играть, потому что они на эту игру приедут. Ну, плюс, как всегда, там, знаешь, мы после поражения злые. Мы редко злимся, конечно, но бывает такое. Вот, ну, не знаю, что тут сказать. Не, Коль правильно сказал, все по делу. Мы сегодня, ну, неважно играли, но у нас задачи другие были. Поэтому их с победой, все. Коль, ты сегодня отошел от своей, ну, привычной схемы, да, смены шестерками, семерками, вот... Все-таки, когда это было принято решение, вот постоянная замена, на что, собственно говоря, сетовали футболисты «Золотого», там каждые 2-3 минуты постоянно менял, всех запутал, там вообще какое-то сумасшествие творилось. Я хочу очень поблагодарить и огромное сказать спасибо Антохе Полею. Это буквально мы сейчас с Миньки ехали с Аполло, это он меня надоумил отойти от старой. Мы стали очень предсказуемыми, мы не могли выиграть 4 матча. Я решил сегодня что-то изменить. Точнее, не я, а мы все вместе. Вот. И это дало результат. Ну, мне кажется, Вася лукавит, что им ничего не надо. «Золотой» не можете позволить такого говорить. Вот. И, ну, приятно. Я уже сказал. Вот. Так что, ну, и честно, хотел, ну, думал, что все нас уже знают. Хотел, ну, думаю, что я немного удивил. Как бы команду «Золотой» и вообще, ну, видишь, ты мне задал вопрос, заметил, что по-другому мы в другую схему сыграли. Сегодня Андрюха Денисов центрального защитника играл. Вот. Тактику соперника перенял немножко, посмотрел, поучился у лучших тренеров, руководителей. Это дало результат. Удивил ты немножко тему у нас, что Роман Шмонин не вышел в старте. Роман Шмонин – один из ключевых игроков «Волны». Он наше лицо. И он сегодня играл столько, сколько и все, а то и больше. Рома Шмонин опоздал на игру. У нас все, у нас дисциплина. Нечего опаздывать на игры. В следующий раз вовремя приедет, будет больше еще играть. Вот. В понедельник открывается трансферное окно. Вернете в команду Александра Миронова или нет? Обязательно. Саша был лучшим игроком в Турции. Вот он заслужил, он должен играть. Это хороший игрок. Вот. И, ну, плюс, когда откроется трансферное окно, у нас будет еще одно интересное усиление, пока не буду говорить. Вась, ты что-то скажешь про того, будет ли еще какие-то новички у «Золотого», может, уже с прицелом на следующий сезон кого-то сейчас посмотрите? Опять с учетом того, что у вас, в принципе, хороший отрыв, комфортный, и ты говоришь, что «Золотой» без минуты чемпион. Это не я сказал, это Коля сказал. Я просто согласился с ним. Вот. А я редко с Колей соглашаюсь. Тут я не мог не согласиться. Вот, да, у нас будет три человека, мы дозаявим. Одного кого-нибудь дозаявим. Да и все. Не, ну у нас будут дозаявки, да, как раз таки именно для будущего сезона, потому что, блин, кто сказал, без минуты чемпиона уже. Поэтому будем наигрывать уже этих людей. Скажи, мы сегодня не увидели, точнее увидели на бровке переодетого форму Юрия Костыгина, который был травмирован, да, один из ключевых игроков мини-футбольной команды. Как он так быстро восстановился, и рассчитывали вы сегодня на него, или позвали просто, что называется, не знаю, как сказать, для галочки?
Ну, позвали для того, чтобы если кто-то у нас выбыл бы из игры и не смог бы продолжить, то он бы уже подстраховал. Больше так, для подстраховки. Потому что Юра, он уже и с мячом может играть, и бегать, в принципе, в полную силу может. Но он еще физически не готов, и в стыке он не готов идти. Поэтому так, побоялись на всякий случай. Ну, так на крайний момент бы его оставляли. Но если бы надо было, бы вышел. Но решили не упускать. Кроме Кошева и Давиденко, все остальные здоровы? Я вспоминаю, да, все здоровы. Коля, тебе следующий вопрос, наверное, даже точнее Ольге, которая у нас здесь в студии находится. А почему превью не было? Я могу Ольгу пустить, пусть она расскажет. Не, если честно, это мое решение. Я написал Оле. Оля, в превью, в медиа, наш руководитель — это Оля, соответственно, и мой руководитель. Я спросил у нее. Она со мной согласилась, вот, она разрешила нам не писать превью, ну, потому что, так как сказать, мы решили, вот, и Оля поддержала, ну, печать поставила, то, что мы немножко исписались, вот, мы начали подходить к этому немножко как-то на отвали, вот, Оля нас наругала и сказала, лучше давайте не будем писать, напишем после игры что-нибудь, да, то мы пишем, ну, условно говоря, одно и то же разными словами. Вот. Но это в первую очередь моя вина. Вот. Ну и меня под увольнение поставили. Вот. Я хочу еще пописать чуть-чуть. Так что я вот Ольге спасибо, что она приняла такое решение. Но я без приколов говорю, решили не писать. То есть теперь превью не будет, будут только отчеты? Честно, перед такими командами, как «Золотой», мне есть что сказать, и Оле есть что сказать, и всем нам есть что сказать, и с кем поговорить есть, и хочется перед такими командами делать превью. Но из-за наших, не то что, в том числе из-за наших превью у нас там, ну, не буду выносить из-за забы, такое началось в группе, так что, ну, все, мы подойдем к этому теперь осмысленно, как-то взвешенно. И ты, Серег, мне писал, когда мы в Турции были, что вы пишете превью, такой отчет. Ну, было, но тебе же не понравилось. Я не хочу, чтобы тебе не нравилось, и чтобы народу не нравилось. Как бы. Ну, то есть лучше не писать ничего, либо писать хоть тупо, да, некрасивыми словами, но искренне. Мы решили так. Оля сказала, хорошо, я вам разрешаю. Все, вот она начальник. Ну, слушаем Олю в этом вопросе. Хочешь, вот она сейчас сядет, тебе ответит вот на этот же вопрос. Вась, к тебе вопрос. Почему все-таки «Золотой», наверное, сегодня было не узнать? Моменты пошли только последнюю 10-минутку. Первый тайм без моментов. Зеленцова, по сути, в деле не увидели так. Так я же тебе вначале сказал, что мы хотели в волне дать победу, а в конце уже, когда 4-0, так а что там уже, можно и поиграть в футбол. Мы знали, что РФ добавлять ничего не будет, поэтому тут можно уже было поиграть немножко. Пенальти, кстати, там не было. Это я отсюда увидел, мне так показалось. Я ничего не буду по этому поводу говорить, наверное, повтор посмотрим. Коль, вопрос последний к тебе. Планировал ли ты сегодня появиться или вот, так сказать, в конце уже под премиальный вышел на полторы минутки? В общем, я вообще метался, играть или не играть. У нас вчера там небольшое собрание своего пола было. До утра? Да, и со мной как бы поговорил мой наставник, мнение которого я очень ценю и уважаю, он говорит, что ты должен играть. Вот, объяснил мне, на самом деле, спасибо Климу, это тоже в какой-то степени его победа, он со мной вчера очень много поговорил по поводу моего формата 8-8. Я вообще хотел играть, но, грубо говоря, я в Турции принял такое решение, я поверил в пацанов, вот, но я в следующем матче буду играть полноценно, вот, просто мне еще надо там 5 кг скинуть. Я толстый. Вот. И вот Вася правильно говорит, я чуть-чуть снизил. 7 вообще идеально. И да, я хочу играть. Я не убил в себе игрока, как ни странно. Я буду играть. И это мне сказал, мне Клим сказал, не убивай в себе игрока, ты должен играть. Ты должен быть там, и у меня в команде один из лидеров. Я его послушаю, и я вернусь на поле. Коль, еще вопрос. Завтра за дубль сыграешь, и по сегодняшней игре кого отметишь? Сергей Ваулин? Матч против своей бывшей команды, 2 мяча. Лучший игрок матча? Я вообще считаю, я не знаю, почему Сергей не играет в «Золотом». Это их, наверное, кухня. Он, я считаю, один из лучших игроков 8-8. Не знаю, просто так как Серега мой друг, я ему даю полную свободу, я его не душу. Я говорю, что
нашим всем защитникам отдать мяч Сереже Ваулину, он знает, что с ним делать. Вот. Это очень грамотный, без там, может, какой-то там скорости, да, там сумасшедший, но это очень умный игрок, который может творить. Он, я считаю, легко усилит любую команду Питера, в том числе и свою бывшую команду. Не знаю, почему он у них не играет. Я не считаю, что... Ну, короче, он сильный. Он сильный. У каждого свое мнение. Я считаю, что он очень сильный. Поэтому он сегодня, наверное, да, лучший игрок матча. Василий, что-то добавишь про Сергея Ваулина? Сергей Ваулин, я соглашусь с Колей. Он сильный игрок. Ну, он очень важный игрок. Он любую команду усилит, кроме нашей, потому что Серега уже все выиграл в этой команде, что мог. Вообще все. Поэтому ему просто нужны новые вызовы. Поэтому он ушел в другую команду. Все, спасибо, на этом будем прощаться. Спасибо Николаю Маркину, поздравляем еще раз «Волну» с победой, золотому удачи и чемпионству. Все, до свидания.